Здорово, бандиты, с вами я, Остап Бендер. Так, и сегодня мы поиграем на пистолетных боях. Ух, да. Блин, ребят, быстро говорить сегодня не могу, так как все-таки я подстывший, и что-то у меня как-то скребет немного в горле. Но я думаю, вы вполне могли услышать изменения в моем голосе, поэтому буду более медленно все озвучивать. А поиграю я сегодня с одним очень хорошим пистолетом. Правда, хорошим не в нынешних реалиях Warface. Когда-то он был очень хорош. Сейчас мы загрузимся, и вы увидите, что же это за пистолет такой. А это Colt Python Elite. У меня с ним связано очень много приятных воспоминаний. Так как все-таки, когда я пришел в Warface, в 13 году уже стал играть на постоянной основе на этом компе, на котором же сейчас и играю. Да, как все довольно интересно. Я играю на том же компе, на котором и начинал играть. Ох, ты ж да, конечно. Скажу вам так, в 13 году, а так как все-таки я пришел в Warface, стал играть постоянно где-то в декабре 12 года, ну в конце декабря. Ох ты ж, чувак с глоком. Ох, этот Коля, Коля Николай, сиди дома, не гуляй. Так вот, в 13 году было много чего интересного и не особо интересного. Был дисбалансный пистолетный штык, который ваншотил всех, да. Не было мощной брони, и было только два хороших пистолета. Одним из них был Кольт, а вторым был Desert Eagle. Да, Диглик, с которым я не особо дружил. Поэтому я в основном играл с Кольтом. Конечно, были и другие еще аналоги, но они были, мягко говоря, весьма хреновые. Глок, я не помню уже к тому времени, был или нет. Может и был, но он тогда был очень хреновый. Потом его и пофиксили, сделали получше, и чуваки гоняли с глоками. Да, причем очень много. А позже уже появились такие пистолеты, более мощные, типа Six Sauer, потом, что там еще появилось? Грача, Вальтера. А до этого, когда еще не было той жирной брони, блин, как это приятно вспоминать, когда ты попадал в чувака с кольта, и все, у него снималась вся броня, и был миллиметр хп. Ух ты, чувак, какой-то ты подозрительный. Урон прям у тебя с запозданием идет. Так вот, на чем я остановился, когда все бегали в основном в арме второй, некоторые еще бегали в титанах и в антихедах, но как-то я не могу сказать, что для меня антихеды были особой какой-то проблемой. И когда их убирали, тоже для меня проблемы не было, так как все-таки я видеоблогеров по Warface тогда еще не смотрел. В Warface разбирался очень хреново. Это потом я уже лучше стал разбираться. Причем как-то в одном своем видео я сказанул, что Фабарм с красной ручкой — это помповый дробовик. А это далеко не помпа. Почему я решил, что он помповый? Да это все из-за дозарядки по одному патрону. А на самом деле ни хрена он не помпа. Вы можете найти это видео на моем канале. Ему уже до хрена довольно времени. Я тогда еще только вроде начинал заниматься ютубом. Да. В Warface я разбирался очень хреново. Сейчас я уже разбираюсь гораздо лучше, так как все-таки практически в нем каждый день. Так вот, на чем я остановился. Ах да. Colt Python был очень мощный. И если у врага была хотя бы немножко снята броня, то Colt Python его ваншотил. Да, я помню, когда уже появились глоки, но таких мощных бронежилетов не было. Я брал Colt, залезал вроде бы на этот третий ящик на ангаре и просто оттуда снимал всех. Да, только вот не помню уже за какой класс играл, то ли за снайпера, то ли за инженера. Честно говоря, это не так уж и важно.
Раньше я, конечно, использовал прицелы на кольт, но вот после того, как я поиграл с Вальтером, еще там с Грачом, я понял, что все эти прицелы мне абсолютно не нужны. И с пистолета лучше тренировать отбедровую стрельбу. К тому же сейчас я гоняю с мотывой, после того, как я крутил яйца, она мне выпала там на месяц. Да, вот так, в общем-то говоря. И получилось то, что я с ней как-то умудрился перестрелять Калику. Чувака с Каликой на РМ недавно перестрелял. Чё, не смеётесь-то? Не смешно? Ну как недавно? Вчера или позавчера как-то было дело. Не помню я уже точно. Да. Ребят, я абсолютно серьезно говорю, я не шучу. А если вы мне не верите, то так и напишите в комментариях. Я потом к следующему ролику это прикреплю. У меня где-то было записано это видео доказательство. Только нужно найти какой-то бой. Так, чувак. Блин, прошу прощения. Горло болит. Слишком долго балаболить не могу, но приходится. К тому же я сегодня орал, как резанный конь. О, отлично, зашло. Так вот, а чё я, собственно-то, орал, как резанный конь? Не, как резанный конь, это слабо. Я орал, как резанный помидор. Не люблю помидоры. Так, ну это так, маленькая отсылочка. Собственно говоря, орал я, как резанный помидор, у меня бомбило то, что... Я играл на РМ, а у меня хреново проходил урон. Ну как хреново? Порой пули вообще никакого дамага не давали. Ну, в принципе, как выяснилось, это не у меня одного так. Так, ну что? Получил, товарищ. Скажу вам честно, я сейчас нахожусь не в быстрой игре, так как все-таки в быстрой игре пистолетный бой не найти. К тому же с этого пистолета натренировать бы стрельбу по головам было бы вообще шикарно. Выстрел хэд. Если так учесть, что с валом я уже поднатренировался по головам стрелять. Чувак, ты чё? Какой-то ты дерзкий. Блин, чуваков еще трое. Понятно, почему они не так активно бегают, как эти. Блин, как кто? Короче, как гаврики. Чувак. Ай-яй-яй. Забрали. 70% поддержки. Ну, как видите, я у него там вроде две пули всадил. Ну, в смысле, выстрелил я все, но вот попал две вроде бы. А может и три. Хрен его знает, как-то я не считал. Не до отчета пуль сейчас. Так вот, и как видите, только 70% поддержки. Ну, это еще учесть, куда я попадал, в какие области. Опять поддержка, что ты будешь делать-то? Ух ты, как вас там. О, чувак, молодец. Я умер, а ты мне еще патронов дал. Красавчик, однако. Я бы тебя похлопал, но мне надо идти. Так, опять ты. Ох уж этот Коля. Ой, жук. С глоком. Так, раз. Ау, блин. Я сейчас так нехило закосил. Да, ну все-таки уже устал, уже вечер. Сегодня... Играл практически с самого утра, как встал, сделал себе кофе. Я себя иногда кофеечком балую. Причем насыпал столько сахара, что там можно было поставить ложку. Если бы я зафоткал, то показал бы, как это выглядит. Сколько же там сахара, ой-ой. Олежек, что же ты творишь? Да. Так. Олежек. Получил. Так. Ай-яй-яй, поддержечка. В принципе, мы тут выигрываем. Коля. Ой, жук. Да, ладно. У меня просто брат Николай, поэтому я так к чуваку с этим ником и прицепился. Так. Ну что, кто тут? Ух ты, хорошо. Ух, да, кашель, конечно, надо лечить. Просто... О, чувак, получил люлей. Да, конечно,
2013 году играть было гораздо жестче, так как, хотя, не знаю, может даже и сейчас играть жестче, а может и нет, так как все-таки в 2013 году уровень моей игры был гораздо ниже. Ну, очень гораздо ниже. Я даже не представляю, насколько гораздо ниже. Хотя, может, раза в два или три, если не больше. Так, ладно. Чувак, аккуратно. Главное сейчас не слиться. Вот говорю, сейчас главное не слиться, и могу слиться, да. У меня всегда так. Вот, отлично, забрал. Так, ну что, кто еще тут? Выходи. Ау, блин, да. Как говорится, главное не слиться. Главное не слиться, а я взял и слился. Вот как же так-то... Всякое бывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы, в принципе, выиграли. Блин, еще и насморк тут. Я на втором месте. Скажу вам честно, это мой второй бой в этой комнате, так как я зашел и в первом моем бою. Ого, ребят, вы это видите? Чувак прям сквозь броню засунул пистолет. Так вот. В первом моем бою оставалась минута игры, поэтому я не стал его записывать. К тому же я сегодня апнулся, мне дали вал на день. Спасибо всем, кто в комментариях поздравит с апом. Ладно, ребят, на этом мы на сегодня закончим. Если вам понравилось данное видео, то не ленитесь, поставьте ему лайкосик. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Ссылочка будет в описании. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока, братюни.